Ночная хоккейная лига – это ведущая любительская спортивная организация в России, не имеющая аналогов во всем мире. По сути, это любительский чемпионат страны, который собирает на ледовых площадках поклонников хоккея разных возрастов. В Омской области матчи НХЛ – это жаркие баталии настоящих мужчин. Нынешний сезон возрастной категории 40+, для ночных хоккеистов получился напряженным. По итогам 13 матчей в этом сезоне лидировали две команды. Новички лиги «Колчак» сумели показать фантастический результат, одержав победы во всех матчах регулярки, в том числе над действующим чемпионом «Титаном». Собрался коллектив хороший. Ребята, все поиграли маленько в любительских лигах. Мы по возрасту все подходили, и игра показывала, что мы неплохо играли. Все выигрывали игры. 4-3 первая игра у нас с «Титаном» была очень жесткая. В одну шайбу всего выиграли. Финальный матч на арене «Омск» решил судьбу золотых медалей и определил обладателя путевки на финал Всероссийского фестиваля НХЛ в Сочи. Итог поединка 4-0 в пользу прошлогодних чемпионов. «Титан» во второй раз золотой. В победе на 100% никогда не уверен, потому что будешь самоуверен, всегда получается в обратную сторону. Лучше маленечко себя взбодрить еще, и тогда будет результат. И главное терпеть. Ребята научились терпеть, потому что в том году команда играла, прошлый год команда «Колчак» – это все мои практически мои ребята, у меня там играли. В этом году они ушли в «Колчак», и буквально с сентября месяца начал заниматься, набирали ребят. Прошло очень много хоккеистов, и набрали команду. Что им удалось перетерпеть, я вообще поражаюсь этим мужикам, если честно, поражаюсь. Сколько, как они меня терпят. Я сам себя иногда вытаскиваю все, а они просто... Я им очень благодарен, что они вытерпели все до конца. С золотыми медалями за победу в отборочном этапе первого сезона ночной хоккейной лиги награждается хоккейная команда «Титан». Капитан команды Игорь Сутягинский. Обладателями индивидуальных призов по итогам сезона стали игроки всех 8 команд чемпионата. Титановец Алексей Першин получил приз как лучший вратарь. Владимир Клепнин – лучший бомбардир-защитник. И Вадим Алимов – лучший нападающий. В составе обладателей серебряных медалей лауреатами стали Виталий Покальчук, лучший защитник, а также тренер Дмитрий Бернатавичус. Лучшим судьей оказался Антон Евтихеев, первый в нашем регионе, кому выпала честь обслуживать матчи финального этапа фестиваля НХЛ в Сочи. Итак, с 3 по 17 мая «Титану» предстояло защищать честь региона на Всероссийском фестивале. Настраиваемся по-боевому, чтобы можно было достойно представить сегодня Омскую область, Омскую ночную хоккейную лигу нашу. Поэтому я считаю, что команда в этом году выглядит гораздо сильнее, чем в прошлом году. Поэтому тренировок количество было больше, нагрузки было больше, но в меру, потому что все-таки у ребят уже совсем другой возраст, но тем не менее, все с охоткой. Я считаю, что в Сочи команда должна достойно представить нашу Омскую область. На сочинском турнире омичи одержали в общей сложности 5 побед и заняли в категории «Любитель 40+» трудовое 9-е место из 64-х. А капитан команды «Титан» Михаил Сутягинский вошел в состав сборной НХЛ в гала-матче против именитой команды «Легенды хоккея» и сыграл на одном льду во Дворце спорта «Большой» с Владимиром Путиным, Вячеславом Фетисовым, Сергеем Шойгу и другими известными политиками и спортсменами.